Волейбол на снегу или футбол в валенках. В условиях пандемии тюменцев приглашают заниматься физкультурой на улице. Бесплатные занятия во дворах и парках проводят 150 инструкторов. На выбор хоккей, фехтование, суставная гимнастика и танцы. Всего около 30 направлений и 160 точек по городу. Причем только мест, где занимаются скандинавской ходьбой, более 20. Есть и специальные занятия для людей с ограничениями по здоровью. Например, ипотерапия в конном клубе «Аллегра». Расписание всех тренировок на сайте городского департамента по спорту и молодежной политики и на портале «Тюмень наш дом» в рубрике «Мой спортивный организатор». Для большего охвата территории и удобства граждан тренировки проходят в различных частях города. Это и общемуниципальные места и площадки в шаговой доступности, парковые и лесопарковые локации, любимая всеми нами набережная реки Тура.